мы встречаем аплодисментами дорогих гостей и торжественным маршем, понятное дело. Где он уже приехал? Погодите, моем ручки. Точки не забываем. Родители. Поздравляем, молодых! Горько молодым! Горько! 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 Гости приглашаются к столу! Мама, садитесь, давайте уже сейчас начнем свадьбу! Садитесь. Дайте сесть гостям. Пожалуйста, садимся в гости. Мама, ну что там, рыбу снишь на вас или нет? Спасибо. Да давай уже все. Давай все. Так что, давать или не давать? Или не посмотреть? Хорошо. А голубцы? Мама, а голубцы давать? Уважаемому человеку, да что папе? Уважаемый человек. Дорогие папе. Гости. Зятёк. Ты влез в это. Папа, сядь уже, подойди, он не влез. Это ты влез, сядь уже. Вот, рано мне. За гармонию молодых. Горько! 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 Давайте громко все вместе! Горько! 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 Тихо, тихо. Я не понял. Что ты хочешь? Что такое? Свадьба непонятная. Я не понял. Не твоя свадьба, иди домой уже. Тебя не звали, все, до свидания. Что в твоем дворе? Не в твоей квартире, все. Позвали, кто это такие, а? Это уважаемые люди, до свидания. Вот туда у тебя, смотри, сколько у тебя гостей. Иди и их развлекай. Ой, я сейчас. Так, не мешай, дай людям покушать. А сейчас слово предоставляю. Добрый день, что так шумно, дайте сказать. Дайте сказать. Вы так как на базаре, мы же на свадьбе сюда. Красивая наша Розочка, Ленечка, дорогие молодые, мы вас все поздравляем. И что самое главное, актуально, желаем вам, чтобы у вас все было, и за это ничего вам не было. Это сегодня очень актуально. Ну и конечно вам жить долго, деток побольше, чтобы они украшали нашу Одессу. Счастья, здоровья, любви. Вашим родителям прекрасно. И вам, чтобы вас радовала и дочечка, и сыночек уже ваш. Чтобы радовали жить в гармонии. Правда я говорю, люди дорогие? Да! Ну и, конечно, горько вам! Горько! 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 Сейчас вас забрызгнут. Так, я не понял, наливайте! Подожди, я не поняла, а что это мои рюмочки у вас, а? Что это такое? Яша, а почему ты ее рюмочки здесь? Где ты рюмочки набрал? А? Сядь уже, все. Ой! Боже. Соня, заходи еще, после тебя так хорошо. Я тебе зайду сейчас. Смотри на него. Давай уже. Что давай? Тебе что, костюм мой не нравится, а? Нормальная ночнушка, халат, что? Пригласите ее за стол. О, нормальный человек, пригласите за стол, хоть бы кто сказал, а? Иди, я тебе лучшее платье тебе прислуги, я тебе место, я уже... Да? Хорошо, сейчас, подойди, постирай. Тебе есть платье, то я тебе должу. Что-нибудь уже. А где моя цель? Ее посадили где-то? А то она уже. Но кое-чему научился. Каком? Каком? Сейчас, точно? Запросно! Опа! Давай еще! Поднимаем руки вверх. И все вместе колдуем. Вовремя! Вовремя! Корабля! Молодцы! Еще раз. Ладно, швабра, швабра. А теперь ручки выше. Швабра, швабра. Да, получилось. Получилось, у всех получилось. Получилось. Всегда хотелось
хотелось бы сказать несколько слов за замечательный город Одессу, потому что именно благодаря Одессе сегодня воссоединились два сердца, два любящих сердца, потому что в любящем городе могут воссоединяться только любящие сердца. Давайте выпьем за Одессу маму, которая рождает вот таких вот замечательных и красивых людей, которые собрались сегодня в этом дворе, которые живут с нами по соседству. За Одессу! Ура! Горько! 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 Дайте поздравлю, молодые. Смотри на меня, красавчик! На счет три. Куда ты зацепил? На голову давай. Давай, я на счет три, вы дуете. Раз, два, три. Давай!